схемой представляет из себя прямоугольник. Окружность груди 90. Длина изделия 52. Определяемся с пряжей. У меня это нарцисс, хлопок мерсеризованный. Делаю образец. Образец у меня на 10 плотности. Пишу это обязательно. Иначе я забуду. 52 умножить на 2, 86. 148. Люблю ровные числа. 150 петель. Для того, чтобы не путаться, 150 делим на 2, получается 75-75. Ну, это я для себя, чтобы полотно находилось четко посередине машины. Так, 150 петель наберем и будем вязать вверх. Обязательно сбросовые нити. И теперь наша задача определиться, где у нас будет шов. Поскольку я буду делать отделку по переду, рубчик, здесь у меня середина переда и здесь у меня середина переда. Я знаю, что у меня ширина переда 50. Значит, если здесь середина переда и здесь 25 и 25. Все остальное спинка. Итак, 90 минус 25 и минус 25 – 40 сантиметров. Немножко кривенько нарисовано, но это схема, и нам нужны именно петли, ряды, сантиметры, больше ничего. Дальше. У меня есть длина проймы, это 20. В этом месте я делаю разрезы. И это все. То есть вот такая схема нашего изделия. Набираю, набросываю нить 150 петель. Провязываю 90 рядов. Делаю закрытие, открытие петель. Количество 57 штук. Могу оформить планочку. Если хотите, оформим планочку. Будет еще интереснее. Будет так плотненько стоять, и края будут обработаны. Но данное полотно, оно очень хорошо будет лежать и без обработки. Дальше провязываю 142 по прямой. Делаю закрытие, открытие 57 петель. Провязываю 90 рядов. И заканчиваю бросовой нитью. Простейшая схема. Простейшим расчетом. Идем вязать. Я провязываю 3 ряда отделочным цветом. Потом по схеме. У меня есть схема расчета полос. Вы применяете ту схему, которую вы хотите. Связали, скололи плечи, скололи по центру
И на себе примеряем, сколько, ну какую-то ширину плечо я хочу иметь. Отметите, потому что плечо у нас не соответствует местоположению анатомическому, то есть косточка на одном месте, а окончание плеча в другом. Поэтому вот сейчас посмотрели, устраивает ли вас вот такое количество плечевого шва. Можете прямо сейчас отметить то место, где мы будем делать ворот. То есть горловина такой длины, вот она, плечи вот такой. Так, лицом к лицу сложили, плечевые швы зашиваем. Зашивать можно любым удобным для вас способом. Косичкой, на машинке, иглой, как хотите. Какой способ вам нравится, таким и зашивайте. Если косичка, то за полный петельный столбик. Можно сшивать на вязальной машине, навесить обе части на иглы. Если не уверены в качестве шва, провязать один ряд и уже провязанный на машинке ряд закрывать. Верхнюю часть плетика по крыльям, вот у нас зашиты плечевые швы, вот они, горловина по спинке и по переду надеваем равномерно на вязальную машинку. И несколько рядов. Подгиб. Немножко ставим иглы вперед, чтобы вязание не слетало. У нас внизу под иглой находится на иглу. Надеваем. Таким образом мы прикрываем это все безобразие, которое у нас провязано. Надели полотно, ставим самую максимальную рыхлую плотность, провязываем один ряд. И вот эти петли мы уже закрываем удобным способом, той же косичкой. Оформляем средний шов по переду, надели начало вязания и окончание вязания на иглы лицом к себе, то есть изнанкой первую часть, надели на нее вторую часть, на иголки. Вот сколько петель есть, настолько игл надеваем, за исключением кончика. Если вы хотите делать маленькую присборочку сверху, то делать. Вот здесь у меня булавка, я ограничила горловину, этот ворот откидной, все остальное надеваем на иголки. Все, что нам остается, надеть петли горловины, вот наш рубчик, который мы сейчас собрали, на то количество петель
по количеству игл, которые соответствуют оставшимся петлям, и провязываем те же 6 рядов, как на верхней планочке. Выполняем обратный подгиб и точно так же, как мы делали сверху и по краям, закрываем косичкой, провязав один ряд. Можно провязать ряд, можно нет, но будем выполнять по подобию. Все, закончили. Убираем бросовую нить. Смотрим. Рубчик по переду. Конечно, это все нужно немножко привести себя, подпарить. Еще лучше постирать, разложить, дать высохнуть. Наша обработанная горловина. Убираем все хвосты. Нам осталось убрать все хвосты, подпарить или постирать. То есть провести ВТО достаточно такое приличное, потому что у меня хлопок совершенно не держит форму. Поэтому буду стирать и раскладывать в лежачем положении. Так, все хвосты, если есть где-то рядом планочка, убираем внутрь планки, завязали обязательно узел, и внутрь планки убираем хвосты. Подтянули, отрезали, загладили. Эти хвостики уходят в планку другую, с другой стороны. Тянули, отрезали, загладили, все, никаких хвостов. Таким образом убираем все хвостики, проводим влажно-тепловую обработку и радуемся обновке.